Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Всем привет, ребята, с вами я, Коля, и сегодня я стал радужным игроком, чтобы потроллить бабку Грэнни. Да-да, ребята, я сегодня играю за радужного игрока против бабки Грэнни. Я думаю, это будет очень весело, здорово, но вы сейчас обязательно, братишки и сестренки, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам нравится троллинг бабки. Ну а также обязательно напишите, кем мне еще стать, чтобы потроллить бабку, потому что, естественно, кем мне стать, я выбираю из ваших, ребята, комментариев по вашему желанию. Так что можете смело писать. Ну а также вчера на моем реальном канале, ребята, вышел... Очередной интересный видосик, ссылочка будет в описании, обязательно перейдите, пожалуйста, и посмотрите это видео до конца, это мне очень-очень важно, ребята, я вас очень всех сильно прошу об этом. Так, ну мы, пожалуй, начинаем, и, в общем-то, короче. Ой, опять нет никого, ну что, я только на кого-то идёт все время, бабки. Надо что-нибудь обязательно, вот обязательно что-нибудь случается, ну вот это нормально, разве? Эй, бабуля! Кто там? Это я. Кто ты? Здорово! А ты что, мне рыбу принес? Нет. Я принес тебе более всё? Что-то интересное. Чего, заходи, хоть ты с собой побеседую, а то... Давай это, побеседуй. Я просто с утра выбесил вообще. В общем. Да сядь ты уже, что ты мне тут перед моим лицом... Я радужный человек. Я могу делать все радужное. Подожди, это что такое? Цвета радуги? Да, ты понимаешь. А ты знаешь, ну-ка ты настоящий? Я настоящий. А ну-ка быстро мне цвета радуги сказал. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну-ка. Каждый охотник желает знать, где сидит... И чё, правда? Так. И чё ты умеешь ещё? Я могу всё, потому что у меня есть, смотри, у меня есть радужный топор. А что это такое? Это радужный топор. Так. Знаешь что? Чего? Иди отсюда со своим... Радужным топором. А еще у меня есть радужная кирка. Смотри, как она все делает. У-ху-ху. Ты что, обалдел? Ты понимаешь? Я просто пока... Я тебе все отстрою, понимаешь? Ну, я это отстрою? Делаю. Ну-ка, верни мне лестницу. Смотри, быстро. Я делаю киркой, ломаю так быстро дерево. Смотри, ты умеешь так? Киркой. Я все умею. Я все умею. Так, быстро отстраивай. Хорошо. Я сказала, если ты... Возвращай мне креатив и все верну. Да ты врешь! Ты решил разрушить мой дом! Папка, лучше не зли меня! И прихапать его к себе! Потому что у меня есть еще такой радужный вещь, смотри! Ну, и чё? Хочешь узнать, что это такое? Да мне не страшно, это какая-то фиг... Чего ты сказал? Фигня? Это не фигня? Ну, нет, это подожди, это ты чё, обалдел? Ты чё, обалдел? Быстро возвращай мне креатив! Я тебе сейчас так верну, я тебе сейчас... И я тебе сделаю радужный дом, если хочешь. А, полностью? Полностью. Или ты врешь? Не вру. Ну ладно. Даю тебе на это... Так, сколько минутов? 3. За 3 минуты. А хочешь, я еще кое-что покажу, что у меня есть? Не надо, пожалуйста, не надо. Хорошо, все, буду делать все радужное. Ребята, ладно, давайте сделаем вид, что мы делаем. Потому что знаете, что этот блок, когда его очень много... Начну с кухоньки! Ну, давай. А я пойду посижу у телевизора, через 2 минуты приду и посмотрю, что давай, там давай. В общем, ребята... Хорошо? Да. Когда этого блока очень много, от него начинает безумно... Ну, вы понимаете, смотрите, какой он яркий. Короче, это мерцание, оно начинает напрягать. Папка захочет все вернуть обратно. А потом я еще кое-что ей покажу. Это столько, ребята, я так долго все ко всему готовился. Так. Ну, что там? Нормально. Нет, подожди. Ты очень будешь приятно удивлена. Ладно, уговорил. 2 минуты еще могу подождать. Подожди. Если там ничего не будет... То я тебе еще раз ничего нагрею. Такую фигамотину устроит. Да все, бабка, все, не пугай меня. Ты же знаешь, что я не боюсь. Да ладно. Ага. Да быть такого не может. Все кого-то когда-то боятся. Да я тебе потом еще кое-что свой секрет покажу. Какой секрет? Ну, знаешь, это называется притяжение-растяжение. Подожди. Что значит притяжение-растяжение? Это ну, у меня растягивают, а кого притягивают? Ой.
Ой, это что, ты? Ты что, заболел? Да нет, нет, подавился. В общем, понимаешь, эта вещь притягивает, а потом растягивает. Кого притягивает-то, кого? Кого хочешь, тебя притянет. Куда? Кому притянет? В черную дыру. Ой, нет. Хотя бабушка вообще не боится черных дыр, потому что их не сочетают. Да? Ну, потом проверим. Ну, так что ты там закончил? Я иду. Да, вон иду. Вон, смотри, вот тут теперь буду делать. Опа-па-па-па-па-па-па. Ну-ка, посмотрю. Ой, господи. Вот тебе радужно. А что это? А что это они так мерцают? Ну, как ты и хотела. А я так не хочу. В смысле? Слышишь? Я не хочу. Ой, у меня аж глаза шарики заросли. Давай попробуй в твоей комнате. Может, в твоей комнате? Нет! Нет! Не сметь! Не надо? Ну, как не хочешь. Не сметь, я сказала. Хочешь, покажу тебе притяжение, растяжение? У меня... Ой. Да, бабка, бабка, успокойся. Ой, у меня после этого голова закружилась. У тебя есть какие-то супер-пуперские монстры, лучше скажи мне. Пуперские? Ну да, защитники твои, всякие монстры. Ну, естественно, есть, а чё? Пойдем, покажешь мне их, а я их одним махом всех уничтожу. Пошли. Каким махом? Махом просто, просто махом. Да выходи, выходи. Пошли. Ставь их в кучку здесь. Ну, я не знаю, у меня вот лисички есть. Лисички, я говорю, монстры. А вот и такие вот у меня есть вот монстрики. Но они только горят, горючие. А другие не горючие есть? А, естественно, есть так. Давай. Ну, давай вот это. Так, сейчас, подожди. Давай вот это тогда тебе. Я иду туда. Вот, смотри. Я сейчас кое-что покажу. Смотри, так. Вот есть страусы. Страусов не надо, монстров. Господи. Да, монстров, ты что так бы и сказала? Тут ты мне сказал каких-то животных редких, ну я вот и все, и взяла. Ладно. Монстров давай. Вот есть у меня вот такие. О, давай побольше и в кучу. Ну и чё? Отлетай от кучи. Так, и чё? Смотри, одним броском. Куда вы? Куда? Стоять! Страусы, ты куда? Вы куда бежите-то? Куда они все бегут? В черную дыру. Оп. Куда они исчезли? Вот так вот. А, ну-ка встань тут. Куда они исчезли? Ребята, ставьте лайки, сейчас мы на ней потестируем, ребята. А что это? А как это? Все поставили лайки, ребята. Все, а я ставлю. А страус-то тоже есть? Ой, а где я? А кто я? Где? Почему так темно? Ой, спасите, помогите! Ой, господи. А бабушка... Ой, выбралась. Ну как тебе? Слышь, ты зараза. А? Ты вот эти вот дыры отдаешь мне, и я тебя больше здесь не вижу, или я сейчас из тебя сделаю черную дыру? Ясно? А хочешь, иди сюда, иди ко мне. Иди сюда, я тебе говорю, помоги мне, дай руку, пожалуйста. Ну и чё? Ой. И чё? Ой. Ах ты, зараза. Всё, ребята, короче, побежал. Сейчас. Я покажу. Ага. А то, мне кажется... Что? Я сделаю. Так, ребята, смотри. Короче... Так, я тебя научу, кажется... сейчас кое-чему. Не надо. Иди сюда, там какой-то человек-то. Я забыла это. Радужный, не надо, всё. Да я тебе покажу. Да что ты? Ты что, труп? Да всё, я ушёл. Смотри, я тебе покажу, какие здесь, улечу, короче, на небо. Деревья. Принесу тебе хлеба. Что, деревья мои не хотел посмотреть? Ну ладно. А я тебе их заспавнила. Деревья мои красивые. Ну давай. Эх, никто тебя не хочет смотреть, слышишь, дубовик? Никто. Давай сюда, тебя... давай. Куда сюда? Так иди, вот, посмотри. Телепортируй меня. Господи, дубовик-то ты что, это такое вообще? Ты таких вообще никогда не видывала, если что? Мне кажется. Смотри. Ого. Видишь? Так он добрый. Это дубовик. Это дубовик, да. Ай! Счастливого полету, как говорится. Блин, ребята. Вместе с дубовиком. Заманила. Ловушку заманила. Блин. Ладно, главное, чтобы он не разгадал, кто я. В общем, ребята, я пока погнал, чтобы бабка точно не догадалась. А то мне не сдобровать, а вы обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал, а также смотрите видео про реальный контент на реальном канале. Ссылочка в описании. Всем вам удачки, ребята, и всем пока-пока.